Работы по озеленению города ведутся в нескольких направлениях. Облагораживают свои территории и высаживают на лето цветы предприятия и организации. Благоустройством придомовых территорий, в том числе посадкой на них деревьев, занимаются управляющие компании. У нас управляющие компании осуществляют посадку вместе, мы хотели бы, чтобы это было вместе с жильцами, на придомовой территории. Практика показывает, что посадить это одно дело, но потом еще за этими крупномерными деревьями нужно ухаживать. Летом посаженные деревья, а также декоративные кустарники и цветы требуют особенно тщательного ухода. Необходимо позаботиться об их поливе и удобрении. Кроме того, управляющие компании стараются сохранить и уже растущие во дворах зеленые насаждения. Мы по окончании весенне-зимнего периода занимаемся удалением поросли, прогребанием листвы прошлогодней. Ну, таким образом мы облагораживание производим. Производим удаление деревьев, которые под тяжестью снега, либо уже нет возможности им расти, мы их удаляем. Если есть возможность сохранить зеленый массив, мы просто подвязываем. С наступлением тепла важно также не упустить время для посадки, чтобы кустарники и деревья успели прижиться. Мы управляющая компания. Конечно, наша цель тоже за это небольшое короткое лето, но мы видим, май уже было тепло, да, вот на июнь месяц уже начался. И мы планируем начать озеленение вот 6-го микрорайона. Сейчас вот планируем здесь вот эту территорию возле АБК-2, потому что это центр 6-го микрорайона. Здесь вот посадим такой сад небольшой с рябины, березки. Присоединиться к озеленению города в ближайшее время планирует и новый спортивный комплекс. Пока территория вокруг него не облагорожена. Хотя трава, кустарники и деревья были высажены еще прошлой осенью, к весне практически все растения погибли. В этом году компания «Контек» в рамках гарантийных обязательств обязуется, значит, восстановить нам газоны и всю растительность населенную. Приступят они к работам до 10 июня. Значит, сейчас график общих работ по спортивному комплексу согласовывается, в том числе и озеленение. Уже к концу недели в городе планируется высадка цветов в декоративные вазоны, которые, безусловно, добавят Губкинскому теплых летних красок. По традиции, в ближайшие выходные с участием предпринимателей города пройдет ярмарка садово-огородной продукции «Цветочная палитра». В этом году ярмарка «Цветочная палитра 2015» проводится 6 и 7 июня на площади у городского дома культуры «Олимп». Будет предложен широкий ассортимент рассады цветочных и овощных культур, саженцев, кустарников и деревьев, удобрений и стимуляторов роста для различных растений, а также садово-огородный инвентарь и декоративные аксессуары для ландшафтного дизайна. Таким образом, поучаствовать в благоустройстве и озеленении того места, где все мы живем и работаем, может каждый. Наверняка это поможет чувствовать себя в городе комфортно и уютно. Ирина Заикина, Денис Гимп, новости Губкинского.